добрый вечер. На манеже все те же. По заявкам через зрителей дегустация Бестера. Вот. Слушайте. На запах, так же как Стерлик, отличий не чувствую, не замечаю. Здравствуйте, на телеканале «Россия». Плотненькая, жесткая, такая упругая. Вот. Непонятно, с чем это связано. Либо из-за того, что совсем свежая. Вчера она еще плавала, эта рыба. Позавчера, если быть точнее. Вот. Поэтому не скажу. Но упругая, вкусная. Наверное, видно и слышно, что тянется. Возможно, из-за размера, потому что 300 кило я никогда не ел. Вот, но по вкусу вкусно. И по сути вкусно. Жировые качества. Ну, жирок чувствуется, что есть. Преобладает легкий такой окрас жирка, как желтизна такая. Но так как выкормлю без красителя она, без всяких витаминов, я думаю, это натуральный цвет. Вот. Рекомендую.